Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем турецкое помповое ружье от производителя HAM, модель Attack Tactical Pump в калибре 12.76. Ружье поставляется в картонной коробке, в которой находится сертификат соответствия, документация, в фирменном пластиковом кейсе находится два дульных сужения чоковый ключ, пистолетная рукоять, а также само ружье, которое дополнительно защищено полиэтиленом. Приклад и цевьё выполнены из пластика. Затыльник выполнен из твердой резины. Снизу на прикладе имеется винт для установки быстросъемной антапки. На ствольной коробке имеется планка 11 мм для установки оптических или коллиматорных прицелов. Основные части выполнены из оружейной стали. На конце ствола имеется мушка. Также для установки чоков имеется внутренняя резьба. Канал ствола и патронник хромированы. Для того, чтобы собрать ружье, необходимо выкрутить гайку магазина и установить ствол в ствольную коробку. Фиксация ствола осуществляется с помощью гайки магазина. Кнопочный предохранитель блокирует ход спускового крючка. Патроны калибра 12.76 устанавливаются как в основу выбрасывателя, так и в подствольный магазин, который вмещает в себя 7 патронов. Данная модель отлично подойдет для тренировочной и спортивной стрельбы. Приобрести эту модель вы можете только в розничном магазине сети Airgun на Дубровке при наличии лицензии серии LGA и паспорта. Более подробную информацию о наличии товара вы можете уточнить по ссылке в описании, либо у наших менеджеров. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши странички в социальных сетях.